Всем привет, моя любимая. Это будет очень грязный мукбанг, потому что сегодня шаурма, которая такая сочная, она прям, вы понимаете, она прям разваливается. Да, вот эта шаурма, я понимаю, когда вот от соуса она прям разваливается. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Кто не любит грязные мукбанги, ребята, будут еще и чистые мукбанги. Это с говядиной, это с курицей и картошкой, огурчики малосольные, а здесь говядина, зеленуха разная. Видите, как льется? Самое главное, что и одна, и другая без капусты. Большой выбор у нас в Мозыре шелухи из капусты и без, и с пекинкой, и с белокочанной. Быстро привезли еще горячая. Надо было, наверное, не разрезать, поэтому она так все валится, потому что, знаете, с этой стороны открыто. Марина, ты это смотришь? Ты обожаешь шумуху. Смотрите, как я ем. Ночью записала специальное видео заказ Фаберлик и по уходу за волосами. Да, волосы у меня сейчас вообще... Я, ребята, спешу, у меня обед. Снимаю для своих, ничего не стесняюсь. Благодаря каналу вообще стала очень открытая. Сейчас немножко приберу. Салфетками лучше сильно не хулиганить, а то мало все закончится. Это с картошкой и с курицей. Это прям такая плотная, и видно, что не такая сочная. Вы знаете, даже с картошкой вкусно. Маринованные огурцы, помидор, курица. Очень даже.
оставлю себе еще на завтрак. Они же огромные, длинные, такие длиннющие. Ну, с картошкой, конечно, тяжелее жевать. Сразу чувствуется такое резкое насыщение от картошки. Ну, давай, что знаете, тост такой прям. Прям целый шматок. Это картошечка фри, что ли, получается? Уже когда буду сама готовить шавуху, да, уже есть такое разнообразие рецептов. Можно пробовать по-другому. Ой, надо чай просто чем-то запить, потому что не лезет нормально. Все, ребята, это значит, что уже все. Стоп. От души благодарю за просмотр. Целую. До новых встреч. Пока-пока.